Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Камелот Джи. Мы продолжаем с вами прохождение Resident Evil 2 Remake. Это третья часть нашего прохождения. Мы вот нашли третий медальон, чтобы открыть проход под статуей. И направляемся дальше. Как бы это была наша задача. Открыть проход под статуей. А сверхзадача — это убежать из полицейского участка. Хотя куда бежать, непонятно, если весь огромный город Ракун-Сити, а по сюжету... Так, она ведет под землю. Вот оно, вот он наш выход. Лейтенант Бреннок. Пора уходить. Ай-яй-яй-яй, сон такой хороший видел, перебил. Нужно доставить вас в больницу. Нет, я... Какую больницу? Спасайся сам. Ну же, держись, уходи. Послушайте, может выбраться? Больной, что ли, пушку наставлять на товарища? Слишком поздно. Леон, я пытался это остановить, но не вышло. Ай, ты мой маленький. Что, у него с глазами тик какой-то? Нельзя допустить, чтобы эта зараза распространилась. Теперь все зависит от тебя. Just go. Просто уходи. I understand. Понимаю. Как его ранили? Не перевязал себе ничего. Ну странные какие. А, не, перевязал. Под рубашкой. Зачем оно закрывается? Непонятно. I won't let you down, Marvin. Я вас не подведу, Марвин. Ой, как красиво тут. 8. Все равно мы пить не бросим. Порох. Так. Да пускай, наверное, будет. Можно накрафтить немножко патрончиков нам. Да, я думаю, как-то так, да. Так, а что у нас есть? Финка одна у нас? Да, по-моему, одна. Так, лечилок у нас достаточно. Угу. Давайте попробуем. Объединить. 15, хорошо. 15. Так, давайте что-нибудь выложим сейчас пока. И два. А сколько у нас порохов? Вот так, да. Ну ладно, попробуем. Так и вот так. Объединить. Пускай будет 15, объединить. Ну пусть будет, фиг с ним. Пестик у нас есть. Так, что нам еще взять? Хер его знает, что нам взять. Хватит, наверное, на первое время. Финки у нас нету. Финки нету. А давайте смесь трав еще возьмем. Вот что я бы хотел взять еще. Побольше лечилок набрать. Так, не так уж их и много у нас. Ну ладно, погнали. Жалко, у нас один ножичек только. Ножичек — штука эффективная. Ладно. Что это мне стрёмно, ребят? Куда-то под землю лестница, блин. С
Стоп. А давайте-ка мы сможем вернуться. Что это? Что-то тут есть, гляньте. Что-то тут есть. Что мы тут пропустили? Непонятно. Ух ты, ё! Кто ж твою маму трахнул, а? Ужас, ужас. No choice. Gotta take it down. Успокойся, бро. Ух ты, блин. Ух ты, блин, а. Как рубанул. Так, нам надо взять лечилочку, использовать. Так. Зараза такая. Все, замочили его. Отживай, мамочка, а? Нормально, более или менее прошло. Ой. Отлично. Так, а давайте теперь все пособираем тут.
шумовые гранаты потратили. Это плохо, ребята. Так. Так, пополнимся немножко. Ага, еще граната у нас тут есть где-то. Не-не-не, пока еще не пойдем наверх. Еще что-то есть, вот как. Где-то еще по нычкам что-то есть. Ага, трава красная. Сразу объединяем, да. Все мы знаем. Объединить есть, и сразу место появляется. Отлично. Все, можно отсюда уходить. Где-то тут лестница. Вот она, лестница была. Места больше нет. Вот я набрался турбоцела. Трава еще. Трава, трава, трава. Можно смешать, но что-то не хочется нам смешивать это. Да ладно. Объединить. Ага, вот это было последнее, что мы забрали, что нам нужно было. Так, нажимаем. Отлично. Отлично. Ой, как хорошо зашли на огонек. Так, а мы уже отсюда, мы не вернемся в этот самый полицейский участок, мы таким образом там не сможем вернуться. Ну да ладно. О, да. О, да. Что тут у нас? 21 и 4 с дробовика. Не густо, ребятки, не густо. Ага, тут мы все. Ладно, давайте чуть-чуть разгрузимся. Граната, наверное, пускай будет. А вот это мы все давайте нафиг повыкладываем. Да и порох, наверное, тоже. Сколько тут у нас? Один порох и один, и два высококачественных. Это можно, в принципе. Ладно, пусть будет. 34. Дробаш брать, не брать, кто за хз. Не знаю даже, что там нас будет ждать. Ну ладно, пускай будет. Лечилка.